Ёбаный в рот. Пиздец. Не наделать суеты теперь. Да, проклятие снега, но это сейчас, это временно. Малькор стал клоуном. Пускай обалдеет. Может, гасты на секьюрити клоуна? А, падла. Я придумаю что-нибудь. Оповещение от главный врач с диск-датчики. Приветик. В третий. Шутки не будет, мне лень. Главный врач Карадремис. Привет! Гей сходить? Сладкая. Очень сладкая. Чай придумай, чем заняться на самом деле. Алкогольная. Инженера, можно. Мне нужен психолог срочно. Да, у нас чебурнет все, ребята. Шеф, дайте ножа. Шуля голая в баре! Нет. Ничего нового. Ну, без трусиков! Опа. Не дам. Инженеры, закажись сдаться. Ужас какой. Скиньте фотку на ПДА. Да нет, фу. Да мы уже видели. Другу надо. Я слышал, что это не настоящий. Сахар! Вермут с сахаром. Пусть хоть раз в трусах будет. Кэп, ожидаю на восточном входе. Много. Нагреешь! Сахара, мало вермута. На исходно. У меня есть шнапшивочка. Еще! Персонал вещает шкипер. Еще! Корпоративное руководство решило, что нашей смене пора отдохнуть и озадачила нас вторичными целями. Всем ответственным отделам перевестись в состояние готовности. Blackfire, слава НТ. Габриэл Blackfire, капитан. Но я вам не расскажу. Бляха-муха. Заказы. КСБ, можно вас как освободитесь? Меня нельзя, я занят. Сегодня в церкви у нас до конца. А до сахарной комы дописа долго? Инженера, стойте. Еще. Так я уже жду, когда освободитесь. Я его точно не украду. Да, Дантес, можешь присоединиться. Мне вермут с сахаром вкусно. Я возьму молока. Можешь начать носиться кругами и орать больше сахара? Ты да. Не потолстеешь от такого количества сладкого. Берите, шефчик. Нет! Сахар дает! Силы! Нам притащи ведро. Да вот они, кто ты таки отказ будешь? Агентчиков нету? Я тебе сахар в ведро налью. Бля, дефолтный трейтерку впадлу играть. Надо Геннокраде бы поиграл, кстати. Будешь очень сильным. Давай Гену.
будет. Кошмар! Ты видел, что коллапс отправлен на мид? Да, видел. Ну ебать задание нахуй. Бля, может отказаться? Ебал я в рот на диск, за диском бегать. Нос. Мне даже интересно, что с тобой будет. Ничего. Ничего. Да могут свапнуть, но нахуя? Мне так она перепала. Из-за отказа. Значит... Кто-то хочет. Ищи сахарку. Хватит. Тряска. Нормально. А чего так? Может, тряска сахар будет. Дает силу. Давай еще бахнем. Нет, рыжая. Я чувствую. А сам-то? Тоже рыжая. Да. Порыжее меня будешь. Осторожно, так и на костер угодить недолго. Рыжая, целованные, огнем. Да удачи, удачи, давайте с диском нам попробуем. Нам везет просто больше другим. Украдите за нуклеер диск. Я просто думаю, как это, блядь, реализовать. Это ж такую нахуй суету надо выдать. Ёбаную. А что если зарофлить, крафтишь от нюки, приложить диск от пино нюки? Поинтер будет указывать. Тони Коридзе. Да вижу. Ты поменьше употребляй сахар. Он дает силы. Да. Много силы. Угу. А по-моему, только диабет. Я Ричарду. Плачу, если заберешь. Он Ричард, злодей. Чего? Все деньги отдам. А! Ричард! Это я, Ричард. Привет, Причард! Привет. Ты же Джо. Он Вульпа. А я Джо, да. Он Ричард. Я Джо. Да, я Ричард. Ричард Джо. Джо. Ричард Джо, Ричард Джо, Ричард Джо, Ричард Джо, Ричард Джо. Так и живем. Блядь, пацаны, надо думать. Кто Джо? Тебе бы в мед. Я Джо. Полечись. А я? Тряска. От сахара.
Я сейчас. Надо убить инженера, короче, сначала. А можно бумагу нужно написать. У нее корица. Я могу работать. Что это было, блядь? Кто-то вуфкнул. Don't woof. Что-то тебя трусит. Сахар! Карго, жду я. Здорово, просто монах. Привет. Привет, привет. Прив-прив. Или нет? Прикинь, никуда не берут, мест нет. Так хочешь в ботанику? Я из растений только укроп знаю. Можно зайти распечатать его в стол? Такой ботаник нужен такой. Ну давайте, блядь. Ну вы поняли. То есть... К сожалению, нет. Тогда лучше что-то другое. А что ты вообще умеешь? Драться умею. Жестко. А чего в СБ не взяли тебя? А вот спросите у ГСБ. Давай со мной один на один! На смерть! Ты не потянешь, деда. А если потяну? А какой мне прок от этого? У тебя тряска нереальная. Вот ты именно. Так скоро откинешься. Мне тряска. Эранда, поможет. Есть гармоника. Так вот. Так что давай. 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 На голопаде давай. Я не буду тебя калечить. По 250 за пак. Я люблю, когда калечат. Я этот, как его? Мазафакер. Так что там? Иначе я СБ сообщу. Опа. Лота-молта, не дай бумагу. Инженер. За жрачку. Берите два пакета по цене. Могу об провода убиться, если так меня интересует. Да это интерн. Да блять, ну пустите уже нахуй, в инженерку. Шахтер. Я готов. Последний вариант. За неимением лучшего. Ты в это все-таки сходи. Вы в мед напишите, что хрен его... А что насчет исследователей? Мало ли. Не бойся, писюха. Все будет хорошо. Да. У, вы же от провода убьетесь. И урана. Столовый еще не скоро откроют. Давай по-культурной. Так я же не лезу в провода. Куда вам к исследователям? Я так называю подружек. А летаю в космосе.
космосе проводов нет. 50. Тебе выпала великая честь быть писюхой. Как же он это говорит сладко, блять. Заполнять. Прям с оттяжечкой. А вот и сэр. Икмо. Черт. Да я. Видишь этих... Я в инженерку. Не туда норовили. Отлично. Направили. Можно бланк? Нажимаешь, старина. Да. Окей, погнали. Да хорошо, я вот не понимаю в электронике. Вы как? Ну, пока нет, если честно. Окей. Ну, окей. Окей. Я подарю работу. Yes. Очень вкусно. Нормально. Имя заявителя. Хорошо. Номер аккаунта. Куча должность. Инженер. Список компетенций. У вас все в порядке? Да не трясись ты. Ты просто у кабинета. У меня тряска. Все нормально. Причина тряски. Пройдите в МЯТ. Может, помочь? Не хочу. Он не хочет. Он не знает. Уолтер Малакрини, Малкарини. Причина тряски. А, да. Чао. Ты чего? Возьмите на работу, пожалуйста! У меня тряска. Из-за того, что работы нету. Я голодаю. Мне, честно говоря, гораздо немного мозги ебет. Подожди тут пару минут. Подпишите. И я ГП пойду. И все. Давай. Я электроником. Сутки между медом и РНД. Понятно. Люблю Такио. Мне пока некогда. В изолях будешь работать. Никак иначе. Скажите в рацию! Здорово, парни. Мне есть к вам. Когда Женя? Она не парень! Инженера к мостику. ГП одобрить Кира на работу. Вот, она мой босс! Привет, Бруня, привет. Чё с Сирусом? Сегодня о, будет? Отлично. Сегодня? Мы на X1 ушли, если чё. Могу взять к себе в сокат. Мы ушли на X1. Удачи. Спасибо. Так. Убираем инженера. И потом как-то надо будет убрать, блядь, капитана. Быстрее заканчивай. Ричард Дайлап убили. Ой, не убили, он ушел в криво. Он ушел в криво. Как снизу контакт? Блядь, мне не выпал, я просто забрал. Там отказался чел, я взял сам. Да, блять! Подарок судьбы, почему бы им не воспользоваться? Я Ричард. Нет, это я Ричард.
Кассия сказала, что печать потом поставит. Можете в рацию спросить. Она занята очень. Удачи. Там собрание глав, кстати. И тебе. Верю. Типа да. Так точно! Люблю ТОК! Ну чё, сейчас поработаем. Удачи. Спасибо. Не деритесь. Мне надо драться. Спасибо. Спасибо. Шуля напала. Кстати. Я еще в перме. Я никуда не сбежал, если что. The Large? А, это Large, бля, зачем? А для чего большой используется этот? Для чего используется большой? Иду. А, нихрена себе. Даже не думал, если честно. Большой, большой лом. Для чего он используется? Ну почему в юбке, а похуй. Вы же на Джокере. Вообще похую. Да, уже дропнули. Дропнули печенек. Я сгорела жопа, блядь, с этого Pathfinder'а. Не хочу даже вспоминать. Советую убрать. Откачайте плазму у бара. Поджигайте, ча! Только не курите там? Пока там курить не начали. Инженеров 10 метров. Ром Темпл Сниц. Так, сейчас мне нужна. Туда им и дорого. Дорога. Подайте пожертвование, не будьте бездушными. Здорово. Ай.
На чё собираете? Нас! Ну слушай! Храм! Вообще я богатый парень! Зарабатываю норм! Могу хоть в топ-1 донатеры зайти! Да! Начало записи. Центральное командование меня затыкает через глав. Блять, как это? Блять, как это паста? Осталось собрать всего 5000 кредитов! Момент 100. Поднажмем. Да ёбаный в рот. За мной уже пришло СБ. На нем говоришь. Сам понесешь. Я не буду молчать. Помогите офицеру. Я тут. Шеф. Так. Мне мыть это. Подайте, пожалуйста. Меня наказала Энта. Надеюсь, Уолтеру не помог. Мне коня. Всего это 5 кредитов! Он мне бумагу не принес. День тяжелый уже. Это убивает людей! Помогите! Забирай бутылочку. Ну, зачем испачкали? Я сегодня ехал сюда на своем шаттле от Проше. Сам живу на своей вилле на Луне. Сегодня мой шеф-повар приготовил мне стейк осада за 5000 кредитов. Мой автомобиль стоит 60000 кредитов. А зарабатываю я 100000 кредитов в день. Но на пожертвование ему не хватило. Подкиньте, пожалуйста. Вы почти так богаты, как я. Я да. Меценат! Подайте еще немного! Никак нет! У меня вот баночка есть! Забирай! Мне не жалко! Я, может быть, не буду осуждать вас за то, что вы одет как Томбой! Том кто? Спасибо. Тюбик! Неважно! Я не тюбик. Я пришла сюда по собственной воле. Спасибо огромное! Мне все равно! Задам на алюминий. Компания, открывающая новые возможности для личных... Нет проблем! Отдел нам скоро назначит цель. Что-то по плану спать. Ты все врешь. Разобрались. Вот. Покушай. Так, ладно, пошлите, чуваки. Нужен Apex Predator. Там будет девушка, которая одевается и ведется как парень. А-а-а.
Впервые слышу, пацаны. ЭБ, жду вас у стойки. Он на солярах, что ли? Я не умру от школьницы. Бойся теперь. Это хорошо, что она не берет вахту и не вставит на работу несовершеннолетних. Это ли не прекрасно? Вы слышали? Вау. Требуется инженер Брик, чтобы ахнуло. Ну, кстати, удобное место, и хуй откроешь, блядь. Блять, а вот как его найти нахуй? Он в космосе, блять. Основной северный коридор. Манифик, шеф. Степень повреждения. Бля. Как найти, блять? Как тебя найти? Северный технический тоннель. Норд-Ист. Он был здесь, зашел в Техи. Или он ушел на соляр? Оповещение, да. От глава службы безопасности с дискагент. Террорист. Победим, код снизим. И глава службы безопасности. Центральный основной коридор, блядь. А, блядь, Ист, это же направо, точно, ебаный в рот. Перепутал я, сука, запад с востоком, пацаны. Я не агент! Я только террорист! А ну тогда ладно! Джокер, вот он. Если ты там живой еще, подваливай к стойке, ДП тебя оформит. Инженера! Сейчас подойду. Иду. Сейчас подойду! Угу. Да я, блядь, да перепутал просто, господи, боже мой, блядь, бывает. А, ты уже при карте. Ну ладно. А, норм. А, все норм. Бля, чё, громко, наверное, уебашь, наверное, блядь. Восточный коридор. Он ушел к отбытию, но по космосу делает соляры, что ли? Взять органический щит, нахуй, в космосе его разъебать, что ли? Ну, органический сюит имеется в виду. Ну, вот он. Привет, о, бро. Брау! Надо улучшить срочно. Но мне за материалами бегать туда-сюда не выгодно. Стой! У меня есть... Брау, ты сильно занят! Немного. Занят! А ты по солярам шаришь че кого? Конечно. Изи. Научишь! Погнали. Я в инженерке недавно! Мне рик нужен!
Спасибо, шотландец! Еще момент. Бедняга, бля. Бедняга, бедняга. Вокс флаг, блять. Повесили флаги воксов! Ну, говорят, им от тебя нужны растения какие-то. Быстрее делай! Так не пришли, тупицы! Я к тебе. Слушайте, скажите мне, пожалуйста, а криогеник, он... криогеник, говорит, он... Скосерик работает? Стинг же должен. Что мешает? Ну вроде типа в тебе в Риге не так холодно. Ну и вообще это в моде. Боксик. У меня Шат. Есть. У меня есть еще. Вот есть летаргик. Вот он что делает? Идем! Платье, в платье. Криожало. В Рик дает доп урон. А, то есть я его сейчас могу, он будет объяснять, я его нахуй накалю. И он, ебать, как отъедет там, и я по-тихому все ебану его. А нахуя мне ЕМП вампир дав? Зачем? Зачем? Чтобы он не заорал, я просто мьютсин куплю. Не. А чё? А чё? Ну, Ева такая себе. Не. Так мы обучаться. Так мы обучаться же, похуй. Ну, смотри. Изоли есть. Норм. Воздух надо. А, блять, у него мод. Баллоны вот. Баллоны вот. Ага. Норм. Норм! Шеф, пойду обучать новенького. Соляры подключать. Да, мы вместе пойдем! Тебе коня! Понятно, помощи ни от кого не дождешься. Потом доложите, как подключите. Чтобы без хуйни. Хорошо. Ладно. Мэм, да мэм! Окей. Почапали. Погнали. Погнали! Ну давай криогеником его будем ебашить. Мьют, наверное, тоже надо взять. Чтоб замолчал, блять. И Армблэйд, чтобы ну, добить лучше его. Не тут. Ой-ой. Так что там в Риге случилось? Привет. Ты чего тут? Ты кто? Ты чего?
Квадроберы. Квадроберы? Кто это, блядь? Я не понимаю. Кто это, блядь? Без понятия. А ты кто? Что-то типа туристов. Что вам нужно? Что вам нужно? Не-не, я потом Вовку пойду. Напали на нас! Разберутся. Пиздец. Мьед его! Медика. Помогите! Займитесь. Wait, пиздец! Это что, правда, помогите боксы ему. Были? Ёбаные воксы! Я всегда знала. Мам, больше так не бегите, сломя голову. Я кровью что теку! Ёбаные воксы! Чисти в яд! Вы допустили потерю дороги! У меня кровь! Я должна спасать их. И парамедик. Бля, а у меня... Ага, угу. Отойди. Вот блядь. Она, мразь! Тварь ёбаная! Что случилось-то? Ё-моё! Воксы. Воксы! Воксы! Да. Напали, да! Дыши! Дыши! Ебучие курицы! Ух, опять эти воксы, блядь! Помогите! От них проблемы! Ой, мы блядь. Тут! Бро! Мы тут! Сука, чё так плохо? Где врач? Ёбаные воксы! Напали! На нас! Воксы, с чем напали? Его эти воксы убили, да? Химикаты вас. Да! Ладно, ладно. Где врач? Не помню. Я тоже не знаю. Ну, пизда. Меня били топором! Его какой-то хуйней! У них костюмы какие-то были. Ребята, весь отдел починить и привести в порядок. Я окажу помощь. Вы сгорели. Ебать! Впервые такое видел. На киси порежем. Ёбаные воксы! Так я в космосе был. У нас там пиздец. Воксы ёбаные! Это в церкви поклоняйтесь новой вере суперматериализму! Сука, спиздили мой костюм? Он со мной, бро. Мне передали, я его взял! Пустыне, нифига. Когда 300 кредитов... Хорош. Когда 300 кредитов... Надевай! Лучший. Мы с тобой, спасибо, соляры, док. Шли смотреть! Я тупая. Или что? Откуда? А там эти бляди! Внутряк? Теку реально. Внутряк!
Блядь. Пизда тебе. Можно, не надо. В тебя чья-то вкололи, кажется, эти оксы. Пиздец, суки. Надо в мед. Пиздец, суки! А тут еще... Твари, блядь. Твари! Погнали! Блядь. Ща потеряюсь, походу. Тут на шпиона больше похож ты? Держись! Wait, I want to help. Их и не должно быть. Боксы отравили. А черт. Какой-то хуйней! А удобно, пацаны, получилось, да? Очень удобно получилось, очень. Очень удобно. Все. На этом все. Только химикат, посмотрите. Здоров, считай. Уже. Выкачиваем. Я вывела их, а не опять. Жду, каргодник. Ёбаные курицы! Порезать бы их! Порезать бы их, порезать. И в духовку. Это я и без вас знаю, что там света нет. На кебаб. Сейчас откинусь. Да. Даже я тебя шу. Пиздец, Тон, ты чё, блядь? Жить будешь. А чьи не зовите? Вставай! Чёртовы тунеядцы, помогайте брик чинить. Так там ваш был. Нам ещё на солярку идти. Вместе с воксами сколько антагу досыпает обычно? Немного. Стою, плохо это настаю. Знаю. Точно знаю, что немного. Чё-то странный у него реагент внутри. Лечу на станцию. Это все. На них по церкви! Алло. И мне ещё никто не прыгнул! Это эти бляди чем-то его! Хватит, блядь, язвить в канал. У нас ужас. Было проникновение в обувь. Цоки! Какой реагент-то? Погоди. Всё в норме. Трусы! На дорогу. Так, ледяное вода. Масло. Ледяное масло. Так, чего странного-то? Спасибо. Обычное ну, дело. Ну, необычно. Какая боль? Радиация убивает только лоху! Не часто. Ну, брат, спасибо. Да не за что. Да не за что! Аргентина, Ямайка. Я бы этим накидал! Погнали лучше на дорогу. Но никак! Погнали! Если его сделали намеренно, то окей. Помоемся, может. Или пофиг. Пофиг! За что у любимых лосков? Все часть большого плана. А если там опять эти? Что делать будем? Ты беги, я задержу. Человека рассыпался в тьма. Не-не-не. Они тебя уже покромсали. Моё черед. Я им. Ты моя ответственность. Лама! СБ, ваш кабинет снова со светом. Урановые плитки. И если ты пострадаешь. А что они там делали-то? Мне хана. Как себя чувствуешь? Радиация. Шикарно. В церкви. Два человека погибли от кристалла СМ. Чем они тебя ударили, интересно? Во. Лох, это судьба. Это все заговор на власти. Безопасно. Погнали! Объяснишь мне все! Вот такой голос нежный, видимо, любите. Да. Короче. Так. Слушаю.
Начнем вот с чего. Так. Плазма! Так! Тут в консоли проверяем подключенные панели. Угу. Ага! Также обязательно трекер. Не было совершенно. Истинные последователи. Он должен быть подключен. Во что переводить? Угу. Нихуя СС-13? Ну конечно, блядь, а что еще? Нет СС-14. Сейчас при сканировании пусто, потому что их нет. Так, окей. Ок. Так, ок. Они не подключены. Угу. Погнали, подключим. Не надо. Давай! Кислород. Есть. Есть! Сам ищет звезду, чтобы направить соляры в нужную сторону. Угу. Ага. Чё-то у меня костюм пропускает. А его крутить не надо! Пошли назад. Яд. Боксы. Может, они тебя заразили чем? Ай. Блять, как открыть? Блять. Вставай! Ну, норм. Оповещение от Лидги в церковь не ходить. Норм! Там СМ. Два вокса убито, осталось два. Все под контролем. Глава службы безопасности Лукьян Кузьмин. Жаль, говорите, уже не нужен. Чего? Инженеры, бегом ко мне. Кого вы убили? Да, я сдал. У меня врач в стене застрял. Жаль, не нужен. Только платы бота. Иду. Блядь, чё с тобой? Инженерам отставить пока, все усилия на это. Замерз сильно. Жукер. Относи своего коллегу в мед. Быстро. Чё вы встали, долбоёбы? Помогите! Лазарь там не нужен. Вы вроде минут 30 назад просили. Относи своего в мед. Помогите, блядь! Если что, я ему сердце качаю! Лидеры, наших боксов не трогать. Они нужны нам живыми. Хватит. Глава службы безопасности Лукьян Кузьмин. Лазарь нет! Да не нужен, Джет! Уже приносили. Отходи. Да мне Джет нужен! Понес! Трое воксов в зверинце оказались. Одного схватил СБ. И вдвоем остались. Ну, ёпт! Дин, если я говорю, ты что как? Нам нужен... Блядь, качаю! Не умирай! Отец не наш вокс, если ящик! Мод. Как Арда заговорил? Ящик! Да вы сказали все сделать 7 уровня. Я вот и подумал. Карга, где... Бля, ёбаный в рот. Ну, откуда они нахуй взялись вообще, блядь? Не убейте. Убьем.
Зайдешь мне на станцию, выбирай себе гроб. Побухти. Ну не оставляй тебя. У него опять такая же хуйня. Пойдем на прокачку. Эти ублюдки заразили его чем-то. Пошел он. Да чтоб тебя. Блять, спасите его. Умоляю. Гляньте, у меня походу радиация. Прости. Вот за что ты его. Видела. Где я? Вообще. На выход. Угу. Рыбка, выйди погуль. Блять, я без вебки все это время стримил. Ёбаный в рот, ребята, а чё ж они сказали? Что я без вебки сижу? Я её, блядь, забыл включить, и все, сижу, балдею. Я сижу, балдею. Я даже и забыл про нее. А вы ничего не говорите. Лечите это. Опять он. КП! Живой! Погоди. Спасибо, док. Погоди. Я говорю, его эти суки чем-то задели. Он просто стоял. И ему поплохело. А кто это, кстати, Тони? Я даже не знаю, кто это. Воксы украли вебку. Вот и все. Ты же понял, что не мог его продавать сквозь скафандр? В смысле реторнет? Конечно, мог. Изи, блять. А теперь курс ДТП. РД, в робототехнику зайдите. И можно даже обратно засунуть. А, это я картоне, блять. Блять, я клянусь! Они его заразили какой-то болезнью. ДБС, Битер, идеалист. Он стоял нормальный. И ему захуёвило. И ему захуёвило. Да священника уберите. Ну, криогеник я спокойно ввожу в него. Переключить режим нужно. Криогеник я ему в изи ввожу. А вот все остальное. А вируса у него нет. Я уже проверял с вирусологом. Может, новый? Так же и народный. Может, новый какой-нибудь? Ты часто воксов видишь? Кто-то его травит. What kind of med is this? Everyone's dropping like flies. Интересно, кто и зачем? Скрытых тоже нет. Так бы показал проблемы с клетками. Да-да, я в душе не ебу. Все. Порядок. Только вылечить. Уф. Я в живых вообще не разбираюсь. Варден, пришли людей забрать ваше. Полк. Короче. Никики. Я знаю, что за проблема. Я тебе говорю, бро! У нас заложники. Это сука и бучий скафандр. Продрявили его мне. Пошли поменяю. А я думаю, они тебя заразили новым воксием. Хуй пойми чем. Отдавайте нам наши
Синь не пострадает. Да это все скафандр. Хуйня он. Может. Может. Наша разумность относительна. Вокс, собери кусок раза. Бесплатно, блядь. Повар, верни приказ. Тут почёт. Что мы неподкупны. РД, то, что ты кинул батарейки, молодец. А может, поставишь их в моды? Не сейчас. Надо проверить, точно ли все норм. Может, у тебя. Пошли, его возьму. Давай. Тут точно работает. Датчики вруби. Блять, если они тебя заразили, и я заражусь, я их убью. Да, да. В космосе причем. Вместо того, чтобы швыряться в космос, ты стреляешь. Вы пришлете забрать ваши. А, там уже сделали же. У него есть право на это. Кому да? Ваши? Момент. Может, туда выбросим эту. Да, я не шарю. Эрен, да кого еще надо? Похитители требуют обмен. Меня на их товарищи. По всей видимости, воксов. Космерлан, да нехуй с ним. Кто из вас над Харрестером работает? Осколок находится в космосе. Две платы из шахты надо. Питается 1-0. Пиздец, смесиво. Тут они на нас и напали! ТС проебали? 1-0? Кого? А отъебали, понял. Понял, понял. ТНСК проебывали, нормально подрались, снесли трон. Стояк плюс. Так, сколько у нас? 36, нормально. Да, тут не сделано. Погнали. Весь инженерный отдел к СМУ. Погнали! Вот, смотри. Видишь, не работает трекер? Угу. Ага! Так. Так. Вот проводка. Так. Так. Я слышал какую-то хрень. Открываю! Или чё? На связи ещё. Надо её подвести к консоли. Ух, ё-моё, GSL менеджер, спасибо большое. Ну, сейчас мы... Спасибо огромное, спасибо большое. Я еще сегодня интеграцию с вами сделаю. Спасибо большое, GSL менеджер, спасибо огромное. У нас сегодня еще интеграция должна быть после станции. Спасибо, клоун. Спасибо огромное. Да, ребят, не забываем, что спонсором нашего стрима является GSL. Переходите по ссылке в описании. Потом включаем трекер. И пользуйтесь цифровым маркетом. С нами новое мясо. Блять, блять. Блять. У тебя точно болезнь.
точно болеть! Нати в борщ! Как себя чувствуешь? Как себя чувствуешь? Короче, потом покручим. Это Воксы! Ёбаный! Давай скорее. Давай скорее! Блять, блять, не вырубайся. Блять, не вырубайся! Ты видишь? Меня голос сбил. Ты видишь меня? Нет. Снимай, Рик! Снимай, блять! Ёбаный тварь! Прости. Меня... Меня можно заменить. У него рука меч. Ща-ща. Боксы, комната для переговоров едет, вы где? Украл шефа. Сука, сжёг глаза себе, блять. Случайно. Закажи мне стаканов, пожалуйста. Помогите. Они меня режут. Помогите. Они меня режут. Нужно выплатить мне 300 кредитов. Поспешишь, да? Меня там не видно. Да я сейчас схаваю его, перезвозражусь. Схаваю его сначала. Меня там не видно. Я замуровался, я две двери заварил. Меня там видно быть не должно. Моя рука. Помогите ей. Моя рука. Помогите ей. Эспа, блядь. Эспа, блядь. Эспа. Как не видно, вот же на экране. Ой, спасибо большое. GGCL менеджер еще Максиму дали подписку. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо, ребята. Благодарю. Благодарю, парни. Вот это рекламодатель, ребята, да? И сапки подарит. И рекламную интеграцию предоставит. И позволит Сим пополнить самой низкой комиссией. Ну что за... Что за рекламодатель, а? Пожалуйста, спасите меня. У него в каморке. У меня в каморке. Он достал свой банан. Так, сейчас зарегенетируемся. В стазисе. В стазисе. Угу. Еще и в чате пишет, что за чудо. Вообще чудеса, да и только. Я забыл даже датчики включить. Бля, я вообще тебя хотел так и убить потихо, чтоб ты нихуя не понял с этими воксами, ну просто совпадение. Тебе их выключить? Да, я выключал их. Это я выключал постоянно. Я думал, что тебя я убью тихонько. Тихонько вообще. Очень тихо, очень тихо. Чтобы никто ничего не понял. Так. О, блядь, чуваки, вы представьте. Я все это время был открытый, блядь. Ха-ха, стрим-снайпера, не достанете. Так. Дело. Так.
Бля, а Рик можно, кстати, пипенгеровский взять, похуй. Без проблем. И воздух тоже. Ева. Что он тоже Еву брал, похуй. Так, теперь все это аккуратненько утилизировать. Сейчас, секундочку. Ебать, тут темно, бля. Я сейчас заварим, заварим. Тони и Коридзе, значит, все четко. Воздух подали. РЦД взяли. РЦДшкой окно разобрали. Разобрали стенку. Зашли. Блять. Говорю, зашли. Поставили, забыли. Ушки где? Блять. Да новую возьму. Один на столе лежал, джокеровский. Угу. Так, здесь окей все. Один лежал на столе. А второй хуй пойми где, ребятки. А, все чини, да я уже сделал. Все, там теперь все четко. Вот Ева его еще. Помогите. Шуля сдохла. Шуля сдохла. Блять, СЕ обносят нахуй в этот момент. СЕ нахуй обносят. Неплохо. Че я погодь. Так, а где у них риги, блять, лежат? Что-то я забыл. Ты не читаешь админские логи? Сори, я еще выключу админку. Нет, я не читаю. Я даже не смотрю туда. Блять, мне на периферии не хватает. Да ебать, пошел нахуй. Вуз, понял. Буя! Это клон какой-то. Макс. Сейчас я соберу билд, я их разъебу нахуй здесь всех, бля, сейчас. Ничего не понятно, что он говорит. Сейчас я сейчас всех убью, блядь. Убью нахуй. Армблин титакля, блядь. Биогранейт есть. Стронг мускул. Плесень.
Они не ведут переговоры с нами. Сразу на продажу его. Тише. Можно стазироваться. Флешмент. Блять, он очень дорого. Он стал невыгоден, блять. Он очень дорогой, пиздец. Он очень дорогой. Он очень дорого стоит. Он очень дорогой. Увы, он очень дорого стоит. Бля, ну да, он хилит как тварь, но, блядь, 5, типа. Пентакли я не успел кинуть. Сейчас бы выхватил оружие и разъебал бы его. Сейчас. О боже, блядь. Они меня выкинули, ебать. Блядь, вставай, сука! Вставай! Блядь! Ребята, меня волксы похитили. Я кричал. Я сделал это. Пипингера тоже забрали. А, блядь. Что это? Блядь, я не видел этого. Сори, я не знал этого, я не знал. Блять, я не знал. Выписано, нахуй, реально. Бля, я не увидел этого, я не увидел. Я думал, воксы не как абдукторы, блять, хуярят. Ёбаный в рот. Соболезную. Я не знал этого. Погоди. Да, диву мод, блять. Даже не знаю. Так, мне нужно, знаешь, еще. Бля, пацаны, мне осталось диск как-то спиздить. Типа, я не знаю, как это сделать. Подойди, пожалуйста. Не знаю, как это сделать. A trading shuttle has been denied docking permission. Привет, вам бан 2 недели за метагейм, желаем через стримера, блядь. Понял, извините. Это не мод, ребята. Если он тут есть, вот этот вот. Может быть, да. Но этот пустой. Этот полный. Этот полный. Бля, они меня все повытаскивали, суки. Он севший почти. Ладно, пойдем батарейку попросим. Или может тут найдем. Кабинет Ази ограблен. Бля, а с другой стороны, а как нахуй, ну типа, я ж вообще умер, блядь, на генокраде, как я могу не помнить? Ой, ладно, пока не горит, типа, я пока не использую его. Что у меня осталось? У меня осталось 2 тикета. Мне нужен Апекс Предатор для того, чтобы я знал, где капитан. Блядь, нет! Я без X-Ray, это пиздец. Сука. А чтобы рестартануться, мне надо кого-то ёбнуть сейчас. Чтобы рестартануться, мне надо кого-то ёбнуть. А кого мне ёбать?
Я даже не знаю. Я думал просто, а что с эти воксы вообще могли бы сделать со мной? Отпустили бы так же? Или нет? На Майнкрафте появилась станция 13 с 8 или ДТС эмоционально. Серьезно? Ебать. Ой-ой-ой. Ой, Монро, спасибо большое. Первый донат. Решил, что почему бы не отдать его любимому стримеру по станции. Блять, спасибо. Как тут отключить озвучку? Да похуй. Радует глаз твой голос. И приятно слышать твое лицо на фулл хэдкаме. Спасибо большое. Надеюсь, 60... 69 уважаешь, да. Спасибо, Монро. Спасибо тебе огромное. Очень приятно, старичок. За поддержку огромное сэнки. Огромное. А, ты выдумал станцию в Майнкрафте? Нужно кого-то дернуть, пацаны. По сути, третья, четвертая цель и первая. Ну, первую сейчас я доделаю, кстати. Могу самозарядную дать. А, да не. А давай. Если так, интересует. Сейчас я насобираю, мне останется только диск. А, блять, это... Это этот. У меня на это 30 тысяч рук. Пеппи Уоллес. Пипингера забрали. Чей мозг? Мне бы столько. Ух, ебать. Ай-ой-ой. Ух, ебать. Волосы посадишь мне. Эсмо взорвался. Эсбабет срочно. Ну, с одной стороны хорошо. Там пиздец. С другой и мороки столько же. Черт! После этой смены я увольняюсь нахер. Кто? Скрывай. Инструменты спиздили Вокса. Проверка. И куда? Я так понимаю, там сейчас будет еще морок. Блядь, ну в смысле трансформер try again? Чё за хуйня, блядь? Ну, блядь, ну в смысле трансформер try again? Мне больше не надо больше? Может. Ебать, типа, представьте нахуй, три раза разный тип зашел. В одинаковой одежде, блядь. Ой, блядь, подождите, нотис. Ну, 7, типа, у меня 7 есть. Есть 7. Да, ну и денек. У меня ошибка какая-то банковская. Вероятно. Шеф, не поможете перетащить оборудование? Тяжко одному. Не-не, у меня перекур. А после? А после готовка. Понял. Понял. Опять готовка. Поздравляю.
А потом опять перекур. Попроси молодого там. Эй. А потом готовка. Тебя Ши зовет. Он на барной стойке. Погоди. Джинатоник. Жирновато для премии, чего? Если честно. Даете мне его в распоряжение. Помоги нашему другу-коллеге. Во. Там недолго. Идем. Ё-моё, Монро, спасибо большое. Спасибо. Чего? Спасибо огромное еще за 239. Спасибо большое. Эх, понимаю. Сегодня тоже секса не будет. Чему не будет? Идем. Идем. Блять, в инженерное. Блять, инженерное. За мной. Я один не унесу. Сейчас будет секс, прям сейчас. Спасибо тебе огромное. Я один не унесу. Шеф, скажите ему. Шеф, скажите ему. Я таких денег и в руках-то никогда не держала. Да что за люд пошел? Спасибо большое, Монро, спасибо большое. Повезло. Проверка. Расщедрились они. Лишь его прям тут никто не заметит. Налейте пиво. А у него сколько? Я пока не найду помощника. Не буду и сам работать. Ладно, пойду я Редик в Тарков спать. Давай, давай, Тони, давай. Тогда. Прости, что так вышло, бро. Что тебе, мне пришлось тебя уничтожить ядом. Это тебе. Спасибо. А может, ты мне поможешь, милашка? Ой, Монро, спасибо большое. Блин, еще за 2300. Спасибо огромное. А чем? Спасибо. Я не понимаю. Хорошо, сладкий, жду. Адрес знаешь. Перенести оборудование из техов в инженерку. Адрес где? На станции встречаемся? В дормах? Спасибо огромное, старичок. Спасибо большое. А какое там оборудование? Для Харвеста. РНД. Воксы его спиздили. А? Одному не утянуть. Тяжелая. Сейчас будет секс, вот, наверное. Наверное. Ну, веди, боец. Пойдем. Пойдем. Ой, бля. Ой, бля. Сука, что? Простите. Это который? Сюда. Сюда. Это не наш. Спокойся, я звук везде до станции. Ой-ой. Иду, иду. Осторожнее. Отставить парику, это не станционный. Не обращайте внимания. Все там и сами вонять сейчас. Точно не тот, что пошли в шкафу посидим. Точно, точно, этот я унес далеко в космос. Ёбаный. Вокса. Тут. Жесть какая! Ну, давайте потолпимся в луже крови. Идем. Попозже зайдем. Шкаф. Скорее. Стой. Стою. Стою. Так, СМ у
Как это унесли? Зачем в шкаф? В цехах восточные инженерки, как всегда. Или я что-то сейчас заниматься? Ой. Да, кажись, обознался, придется нам другой адрес найти. Называй место. Спасибо большое еще, блин, спасибо огромное. В другом секторе. Чему именно 2369? Не было. Приоритетное оповещение. Станция спокойствия. Этот кристалл суперматерии находится далеко в космосе. Фу. Без паники. Габриэл, ну пошли. Капитан. Пойдем за твоим оборудованием. Warning. Core overheating. Nuclear meltdown imminent. Можешь открыть? Можешь открыть? Не. Не на юг сюда. Надо лом взять. Иначе прекращайте. Черт, не тут. Черт, не тут. Оно точно было там. Сейчас придумаем, как открыть. Меня просто воксы украли. И инструмент вы тоже. Понимат. Понимаю. Пойдем возьмем новые. Блять, у нас тут в отделе клоун долбает. РНД, а вы печку улучшать будете? ПДА хуяри. Да ладно, если я стану ей, вообще похуй. Не до конца улучшено. Жуда помогла, все заебись, буду с баром стоять. Пересоберу просто с билд себе и нападу на капитана, если получится. Если получится. О, то, что Идем. Спасибо, Монро, спасибо тебе огромное. Thanks. Здорово, Даркси, привет. Все в норме. Я русский. Хия, ты мне снился сегодня, прикинь, хорошим парнишкой оказался, ха-ха. На продолжение после станции не останусь. Пойду продолжать учить пояс верхних конечностей на латыни. Эх. Ё-моё, спасибо большое. Вот. Что тебе снилось? Мне теперь даже интересно. Сука, да что так... Да что такое? Да что такое? Да ее ломать нужно. Ты чего? Как? Она же работает. Она же работает. Но почему-то... Нужно взламывать. Попробуй ты. Попробуй ты. Легче стену. Она укрепленная. Она же укрепленная. Нет, тут дверь за... Бля, подожди. Ну вот и ломай тогда. У меня перчаток нет. Блять, она забагалась, похоже, полностью. Оповещение от Бригги, повторю еще раз. Это не наш кристалл. А, блядь. Меня током ударит. Ёбаный в рот. Панику. Этот она заварена, похоже, чуваки, реально. Момент. Момент. Просто я не видел ее. Я не видел, что она с швом. Блять, да вижу. А, я понял. Все было проще простого.
Это... Хватаем. Не бойся. Не бойся. Там толстое стекло. Бери корпус. Они сбегут сейчас. Так я закрыл же две двери. Они там бегают, но... Я... Бля, как их открыть, вот интересно. Мне сейчас главное билд пересобрать, типа. Мне главное пересобрать билд. Да вульпы, да кого угодно, блин, господи. Главное, что быстрее. Он успел закричать, кстати? Кнопки не снаружишь, нет? Она сейчас дотикает. А вот, видимо, СМЛ. Ёбаные помидоры. Бля, там уже бегают СБшники. Сука, ёбаный в рот. Бля, как отсюда съебываться, чуваки? Ау, хочу выпить, ты где? Никак. Сейчас, подождите, я открою билд. Теперь я возьму. И все буду видеть. Если что, я съебусь просто сейчас. Блять, а как я нахуй уронил на болты? Ну что я уронил на болты? Нечего кусить, блять. Может ломать нахуй? А, блядь, Сармблейд, блядь, ломать.
А если взять консоль Бади, залезть просто под стол, если чё? Бля, вдруг не спалят, пацаны. На всякий случай, блядь, чуть что. Просто, просто залезть нахуй и лежать, блядь, там. Вот так вот. Ну, как вариантик. Норм? Наушник я возьму сейчас запасной. Бля, подожди, а чего у бармена нет наушников? Чисти золи, так я их выкинул, блядь. Да, я возьму сейчас новый, забей. Я возьму новый. Угу. Должны быть. Угу. Бля, ну это не сервисный, конечно, но... Все в порядке. Да там труп без ничего, блять. Подумаю, что это Тони и Коридзе. Наверное. Ты как? Чего вы так... Почему вас... Ну, слава богу. Не советую. Почему вы так трясетесь обо мне? Отошла на 5 минут. Уже собралась тебя искать. Зачем? Я еще сделаю одну. Монрошка, спасибо большое. Спасибо большое. Слава богу. И... А, да ты новенький, ты фрешмен, блин. Я-то думаю, кто это? А он 6 минут назад только отслеживает. Понял, фрешмен. Я так устала. Спасибо, Монрошка, спасибо огромное. Олды тут. Думаю, на месте. Я тебя найду. Думаю, на месте, Олды. Я ненавижу это все. Хватит ворчать, Стивен. Выход есть всегда. Не, вообще не выход. Смотрю давно, просто только недавно появилось. Скорее настолько много всего времени, что я тут постоянно уже понял. Warning. Спасибо тебе большое за поддержку. Thanks. Так. Мне нужен Apex. Мне нужен Strange. И мне нужен... Ну так ли, наверное.
Нет, пока оставлю. Пока оставлю. Ребенок. Надо другое сделать. У нас они иногда, хотя почему, не полегло. Стив, что случилось? Коридор РНД. Ничего. Так, надо думать, ребята. Надо думать. Да. А к вам еще. Не обижайся, но пьяный пьем рукам не хозяин. Вроде. А сто. Шичикона. Так чего тогда грусть-то подкатила? Warning. Reactor core is at critical. Восточный коридор. Капитан. Капитан. Мне страшно. Я. Вы. У вас такой уставший вид. Вам бы немного. Отдохнуть. Ну, я виду, конечно, пытаюсь не подавать. Расслабиться. А Так-так, блядь. Я знаю, что такое устав. И посмотри, честь офицера. Говорят, успокаивай. Но выпить выпью. Конечно. Конечно. Мог бы нахуярить, кстати, его. Мог бы, но это было бы рискованно, пиздец. Сука, нету глобального кризиса, нету, блядь. Дела на шахте у вас. Водки. Что наливает сегодня? Крепкое. О, и но... только. Давайте начнем с простого. Налейте чего покрепче. Слава богу. Нет, нет. Технического пола не буду этого. Буду джин. Итак, кто она? Мне тоже мне водки. Кажется, у меня ноги болят. Бля, не знаю, как диск пиздить, чуваки. Пиздец, очень рисково. Хай риск ебаный. Прошу вас. Сестра моего друга и моя подруга тоже. А мне Эрика принесет камыш, который обещала. Пиво закончилось. Ну, можешь опрокинуть, Джина. Пожалуйста. Нету пива. Только крепкое. Стать капитаном, нужно пиздить этот. Пиздить. Спасибо, Кэт. Нужно пиздить, короче, Мэншилд. Мэншилд надо пиздить. Отзывчивая. А где тут тоже можно. А я, как видите, тут гуляю по станции. Спасибо. Хочу осмотреть ее, ой, бы нету кадров для моей охраны. Хорошо. А теперь давайте немного сыграем. Надеюсь, у нас скромный. Угу. А где торговцы вроде бы хотели прилететь? Точно последний взрыв на полигоне. Ну, спасибо. Мы поле. Пошли. Синестезия. Ага. Знакомое слово. Не особо. Ассоциация эмоций, чувства с цветом. Еще чего-нибудь, капитан. Например, гнев красный. Честно говоря, я не знаю, что было, но я чувствую неприятную боль в груди. У нас нет душилки, чип вообще не смерти. Вот же стоит, ебать. Под ним. Стоит под ним. Это так. Тем более, когда что такие было? Специалисты. Вы сказали, что стоят. Она добрая, понимающая и отзывчивая. Ну, вот, смотри. Че у нас с Pathfinder дропнут? Да, дропнут. Pathfinder дропнут, ребята. Он дропнут. Доброта, какой цвет? Последний. Капитан. Это некая вспышка. Я там тоже, да. Будет метро Last Light. А что еще есть? На операцию.
Все, что захотите. А хотя... Я для вас все сделаю. Есть что-то, что обшивку отремонтирует по всей станции. Угу, ничего, выбирайте тот, что вам кажется больше. Хи-хи-хи. Или людей погибших вернет. Нет, конечно. Синий. Или сроки все проебанные. Либо у тебя знатно на что-то бомануло, либо на тебя... Нужен лишь тот, кто снимет. Камень с души. Лучше перед этим. Генетику замените. Желтый у меня. Вас понял, как жаль, я не могу вкусить вкус алкоголя. Ну давай, блядь, на крючок нахуй. Смотрели фильм «Особь»? Знаешь, когда вы слышите такое слово, какой цвет в вашей голове всплывает? Не узнал. А теперь надо еще один взрыв провести. Тестовый. Эрси Донейшн упал. Возможно, такое бывает. Такое бывает. Рейша. Это норма. Он придет, а если отправим. А давай следующий придет. Напиток обсудим не при всех. Хочу секретность рецепта не нарушать. Отдыхай. Сломанные ребра долго заживают. Конечно. Но тут есть напитки и для машин. Ага, хорошо. Синий, рыжий и последнее понимание. Скажите, что вы любите больше всего. Интересно. Бордовый. Люблю то, что душу греет. Спасите бармена. На его основе я покажу вам свои рецепты. Вкусные рецепты. Синий, рыжий, бордовый. Если смешать, схожие походят на синий и красный. Ладно, пойду погуляюсь. Учи вам. Слава СССР. Чити ауди, батон. Земля. Франция. Интересно. Ну так, что, да. Пройдем. Была такая держава у них. Сторон, как монетку, что вращается в воздухе. Сорвал. Подсобки хранишь. Может, лучше к вам в каюту. Знаете, взрыв был крепкий. Поможет. Там удобнее. Тише, тише, пацаны. Вот этим и я руковожу. Вставайте. И вы видите это. Инженеров раздрочь, у восточного коридора разобрать. Так, так. А это кто? А это кто? Адмирал Тейство пишет. Труп, блядь. Лежит труп, блядь. А это ненужный свидетель. Сегодня индейка. Это ура! Прошлый капитан. Мадам. Отойдите-ка. Синклер, открой мне обратно. Для вас просто, Эри. Машет руками. Ах ты, еще и живой, сука. Меня телепортировало. Блин. Лежал. О, господи. Машет, говорит, руками. Минуты две. Не мог говорить. Не вставать. Посмотрите, даже выронил ПДА, хотел написать вам.
Еня телепортировала. Сказал, телепортировала в каюту ко мне. На месте все. Черт. Капитан. А это чтобы не мешать. Вы так горячи. Так властны. Ну, приходится. Издержки работы. Я понимаю. Не представляете, какие. Вы не против? Нет, а как? Что-то очень больно много СБ, блять. Расскажите больше о своей профессии. Тарантино пошел. Чтоб не мешал. О работе, значит. Ну. Да, можете о себе. Приходится, знаете, командовать такой сворой, иногда непроходимой. Но опыт у меня есть. За нами наблюдают. Свет, свет. И... Это бреши всего. Бля, жалко, верх не откидывается у женщины. Не беспокойтесь, это место надежно. Собаки-ка. Я был когда-то шкипером... Я... Очень люблю властных мужчин. Я просто во вкус вошел. Я чувствую с ними себя в безопасности. Там с дисциплиной был кошмар. Но я как бы это сказать. Еще раз повторяю, подожди, входи в чередики, идет эксперимент с Кузой. Сука, если из-за тебя я уйбусь обазом, я потом тебя возубую. Знаю, что готовы командовать. Угу. Скорее всего, форма бармена не играет. Я умел в нужное время. Отшлепать кого надо. Блять. Тогда чего же мы ждем, капитан? Я в душ. А вы в постель. Запомним этот день. Как план двумя этапами. От того надежды. Тише, пацаны. Не заставляйте меня ждать. Ну ты сука. Блядь, там Тим стоит. Блядь, у меня трусы Джокера, блядь, на ней. И тело Джокера. Тише, главное не спалиться, пацаны, что это этот. Пиздец. У нее семейники, блядь. Умираю. У меня еще с Гинокрада все осталось. Это что еще за? Дама-то с приколом.
Блин, пацаны, такое впервые. Ладно, сейчас из душа выйдем. Я вот просто не знаю, наверное, возьмем ему мьют. Колем, блядь. Не орал, блядь. Включите камеры. Еще одна проблема службы. Ты знаешь, что делать? Хорошо сказано, но я не понял, если честно. Заклеит камеру жвачкой. Ой, ладно, я беру мьют, короче. Тогда я в душ. А вы готовьтесь. А, ну это я всегда за. В отсутствие представителей корпорации я не собираюсь давать. Гар, еще раз поздравляю. Все цены, блядь. Сейчас, капитанчик. Сейчас, капитанчик. Сейчас, сеть. Сейчас, сейчас. Сейчас будет. Я, конечно, понимаю. Ой, милый! Нынешние эти самые. Тут но так ты темно. В моем вкусе парень. Нападение клоуна. А ты в моем. Блядь, да ты уже ебаная смотрит, блядь. Вот что делать? Не открой. Ой. Здрасте. Какого хуя? Капитан не на датчиках. У нас был... Я переборщил. Офицеров в офис... Лучше не дергайся даже. Принял. Блядь, где его нахуй? Ну ладно, я тут не жилец. А, ну ладно, ситуация была заебись. Я не смог телепортироваться. Я понимал, что почему. Ну нихуя себе. Сейчас решат проблемы с нападавшим. Бля, я не понял, Дидис. Да даже если бы он мне был, я бы все равно не сбежал. Я бы все равно не сбежал. А вот и Кэп. Нужно. Откачать. Надо было под стол. Да я сейчас ебаться с первым могу. Так-то. Так-то. Вы заметили, что я забил уже на выполнение, блядь? Тони Игоридзе лежит с картой, хуй пойми, где я карту не забирал. Ну да, какая разница, получилось классно разыграть. Это правда. А может быть в сейфе, кстати, реально. Я об этом не подумал. Может действительно в сейфе лежало. А вы чего тут? Занят. Доброе утро. Вышли. Ужас. Ауч. Да блядь. Ты как встал? Ой, террор, друг. Его полечили. В смысле? Угу. Сумки я не нашел его сумку. А нахуй пойми, где вообще лежала. Ты
же, бля, полумертвый был. И выпусти нас. Я откуда знаю? Работать надо. Теперь это их... Меня получили! Полечили! Вин же тоже где-то. Ладно. Гру... Ты же дверь тоже, пожалуйста. Трупы. У нас терроры. Стойте, пожалуйста. У нас роман с Кэпом. Что мы с тобой по-быстрому? Ты знаешь, я даже если бы... Я не смог бы даже этот... Охуительный роман! Я не смог бы даже под стол спрятаться. Там Мишка палит, типа, это пиздец. Вот. Ты ему голову вскружил. Вот и все. Это уже все. Это габелла, блять. The crew transfer shuttle has been called. Шаттл. Ну ладно. Сейчас отзовут. Сейчас тебе штаны найдем. Да, я понимаю, Лонга, я понимаю. Просто там по-другому никак, ну не спиздить, типа. Нужно было телами меняться. Не подумал об этом, кстати. Какие нравятся? Выбирай. Да пофиг. У нас тут био, не, шаттл. Да не, ну если прям у пауков шансы есть, отменяй. Alert, the Scrubbers network is experiencing a back pressure surge. Some ejection of contents may occur. У меня рука кровоточит. Я умру скоро. Можно в мьет? В мьет. Сочувствую. Пауки у Харвестера. Я, бля, умираю. Их много. Эрэнда трупы. Устал один больше, чем шкафчик бы. Алло, блядь! Ну, пойдем! Меня даже не осудили! Unblade не разбивает наручники, насколько мне известно. Я справлюсь. Unblade не разбивает наручники. Аккуратнее. Ага. У нас тут пауки. Подлечите его! Очень рука болит! Болит! Не понял, а что вы осуждаете? Я не могу бежать. Легкие повреждены. Ненавижу пауков. Ну вот я не могу типа бежать, блять. Я мог. Рокс, твои собраться у Эрэнда. Иди вырезай нам.
Позвони инженерке. Мимо меня только что пробежал убийца капитана. Прибытие. Да и хуй с ним, блядь. Удачи нахуй. Блядь, я кровью, сука, кашляю, блядь. Там под столом сидит так... А, да-да, я под шлазобом уже пролезать еще, точнее. Нормально, нормально. Убили черного большого. Да. Блядь, ты где? А все, нахуй. Нету, блядь. Личину смени, я сейчас сменю. Надежду надо снять, ёбаную. Кадет, да, чё вот они здесь стоят? Ебать, ну не палятся вообще, ну не палятся. Ну не палятся, блядь, не палятся. Ну да. Ну не палятся. Пиздец! Ладно. Очень как пуля полетел. Ищем его. Нечеловеческой скоростью. Ну да, да, он же видел, что что-то этот. Чуть не сбил меня. Уф. Уф. Фуф. Да и похуй. Сюда! Здрасте. Ты кто? Я проснулась в шаттле. Вот в этом. Прибытие, помогите! Приоритетное оповещение. На станции «Пауки террора» объявляем мобилизацию всего персонала, желающего бороться против пройти в строй депо до получения доступа в КМУ, заказать оружие Квенси Сурив, капитан. Оранжевая прическа. Можно я оденусь? Я голая. У тебя кровотек. Я ничего не помню. Выпал из шаттла. Помню, только про воксов говорили. Ебать. Бля, ну рофлит на винограде — это вообще отдельная история. Это очень смешно. Ну они видели, где он, он типа ташит по столом, блять. Вот и чё, и говорят, типа. Вот они и всё. Нормисы бы сожгли, когда на солярах прилетал внутрь, и отлетели бы нахуй, блять, за метагейминг. Если признаков никаких не было. Сожгли бы, блять. Я бы им жёг нахуй, с жопы. После этого. И что, что масло? И что? И что? Глаза не палятся.
Нейт! Почему ваш капитан такой некультурный? Эрика. Живая. Я очнулся на шаттле прибытия. Очнулась. Нахуй ты ящики открыл. Как я рада. Какого хуя? Ничего не помню. Блядь, да я по привычке. У нас разговор. Ты вроде уже жива-здорова. Да-да. Я слушаю. Бриге. Там шаттл летит так-то, в Бриге. И, блядь, просто съебался. Я же говорю. Я ничего не помню. Обожаю, я видел, что ты была с Кэпом. Прикинь, какой-то черт рыжий убил. А нахуя полные? Его. О, господи. Куда нахуй? Но это не была я. Пауки. Голова прямо у моих ног каталась. Я смутно все помню. Жуть. Ну и в общем написал мне, что гуманоид с твоей прической был в кепской. Проверь остальных тогда. Жужжан, суки. И еще это тело в техах. Эсба на ушах. Странно. Имеется карта. Я в чем-то обвиняюсь. Выполнение. Нет. Ну, скорее подозреваетесь. Идем. Кто вы? Куда? 30 секунд. Уходим. А ведь меня, похоже, даже на станции не было. Оставьте я Эрика. Ее, это же наш бармен. Приоритетное оповещение. Экипаж, двигайтесь к шаттлу отбытия Квенсис Сурив, капитан. Ты была, наливала мне кофе, помнишь? Конечно, помню. Угу. Проблема в том, что... Даже не знаю. Мы вас возьмем на операцию. Пластика. Зачем? Зачем? Подожди. Я не хочу. Да пошли. А может, четвище помнишь? Не все. Стоять! Я просто бармен. Кей, ты идешь. Тогда там доделаем. Бери скан. Помогите. Эрика. Инструменты возьму. Боже правый. Скажи мне то, что знаешь только ты. Я ебалась. Сука, нога в кровище, блять. Не могу скидывать одежду. Мне ведь установиться нет времени. Ебать, где я нахуй?
очень много их. Увы. Увы, ребята, их очень много, блять. Их очень много. Их очень много. Очень много. Ничего не сделать. И не придумать. Бля, как они заебали этими шаттлами давить, кстати. Это просто пиздец. Угу. Бля, вот бы встать, вот бы встать, вот бы встать. Но я не встану. Очень, очень жестко. Я русский. Ку, посмотришь. Там 2 минуты. Сколько? Даже смотреть не надо. Можно слушать. И без бана. Сразу скажу, всё, что не так уж и шарю на лор станции. Да, чуть позже гляну надо. Спасибо большое. Тратл гид, без сдержки в пары, так и надо тело и голову гибать. А в чем проблема, в гибер или в этот? В этот, в сжечь? В реинкарнации? Еще немного. О, помощники! Я устал. От хлеба. Анисимов, ты как бибский проиграл. Еще. Спасибо за сотку. А, бля, ебать, я единственный мотогонист, там, ясно. Есть специальный процесс, который прописан на Вики. Надо выставить на голосование. Сейчас выставлю, прям сейчас. Так. Пел убегает, некоторые ломают Ронстадт, так как, ну, запретить антагонистам ломать крематорий, полностью запретить. И в отместку запретить гибать наш чит-шаттл. Вот. Ну пиздец. По сути, так себя в космосе раздавить-то можешь. Ну да, в космосе тебя не может раздавить, это правда. Проще сделать его неразрушаемым. Кстати, тоже как хороший вариант. Хороший варик. Хороший. Пора уже научиться на своем пути не ходить в техе с поздними чуваками, надеясь на интересную историю. Прости, пожалуйста, Кэс, прости. Мне нужно было сделать...